Египет разобщен. Армии ждут приказа, а лидеры стран строят козни. Птолемей, мальчик-фараон, хочет получить всю власть. Если поддержишь мою сестру, я уничтожу всех римлян в Александрии! Но им управляют, и мы пока не знаем, кто прячется в тени. Царица Клеопатра также жаждет власти. У нас глаза и уши по всей стране. Против нас некие таинственные силы. Ее последователи, несущие смерть, помогают ей. Пришло время уничтожать врагов. Цезарь – легендарный тактик, за спиной которого мощь Рима. Его мотивы неясны. Вместе мы сможем сделать больше, чем Александр. Он выскажется до того, как кончится война. Добро, зло – лишь зыбкие призраки в пустыне. Сила воли – вот что важно! Пусть ты не царь баек, но история следует за тобой.